Значит так, друзья, если у вас нет страховки в Америке, а вам нужна скорая помощь, или просто понадобилось лекарство, что не выдают без рецепта, ведь в США многие лекарства исключительно по рецептам, то ничего, нет проблем. Проще всего отправиться в Urgent Care. Это специальная скорая медпомощь для небольших проблем со здоровьем. Там вас внимательно выслушают, осмотрят и даже возьмут необходимые анализы, если надо. Оплата возможна по карте или наличными. Ну, а потом вам обязательно выпишут рецепт, по которому в любой аптеке за свой счет вы получите заветные пилюли. Кстати, аптеки Pharmacy в Америке везде, даже в продуктовых магазинах. Например, мы сейчас в Walmart. Это самый известный магазин в Штатах. Далее замечу, аптекарь вам не просто выдаст необходимые лекарства, а еще подробно проконсультирует о их приеме. И в конце концов, опять же, выдаст полную инструкцию, так сказать, памятку. Однако, если у вас большая проблема, то стоит обратиться в больницу. Скорую помощь Emergency Room. Более того скажу, что все семьи с низким доходом в Америке, лоу-инкамы, а также инвалиды и пенсионеры имеют бесплатный иншуранс, медстраховку, Medical или Medicare. Так что все, связанное с медициной, больницей, любые доктора и все лекарства станут для вас бесплатными. Но об этом подробнее в других видео. Если хотите узнать больше, подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех событий в Америке. Мы с вами!